Тут, если не ошибаюсь, какая-то должна быть развилка. Так, здесь поезд, точно помню. Здесь что-то там Тайкус говорил. Короче, сначала гавань завершим с доктором, потом пойдем, наверное, поезд вот этот искать. Что там нужно, поезда какие-то разрушать аспидами. 125 тысяч это уже неплохо. И неизвестно, что-то будет там. Гавань уже близко, но сигналов от... Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией и, похоже, приводят орудия в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтаратасадар, Джеймс Рейнер. Я вершитель Селендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром. Энтаратасадар, Селендис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов — это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейна. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейна. Мы ждем твоего ответа. Вот оно что. Так. Попробую сделать, защитить колонию. Принять в конфликте с протосами сторону тиранских беженцев. Это разозлит протосов, но даст колонии шанс начать новую жизнь. Доктор Хэнсон продолжит поиски вакцины от заражения, что приведет к научному прорыву в изучении зергов вне зависимости от результата. Если уничтожить, объединиться со старыми союзниками протосами против тиранских беженцев. Доктор Хэнсон сочтет это предательством, зато колония будет очищена от очагов заражения. Протосы согласились поделиться своими знаниями в обмен на вашу помощь. Как-то, может, момент этот сохранить можно? Я уж не помню, как там с архива. Проходить никогда не получалось у меня. Точнее, я никогда не заходил в архив. Не проходил из архива что-то. Сохраняем. Конечно, заменить. Посмотрим, как это будет работать. 3 исследования протосов есть. И 11 зергов. Сначала защитить собираем. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Селендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарство. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения, одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим, воздаятель черпает энергию из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы.
Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим Нексусы, а потом и Воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль, мы их остановим. Все как обычно. Тихая гавань. А там другое задание будет, если уничтожить колонию. Выкладывай! Я вычислил местоположение протосских нексусов, которые питают щиты воздаятелей энергией. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Круто! ТСМ готов! Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протосы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Так, а это что, космопорт? Сразу реактор. И здесь реактор. ТСМ готов! Нексусы протусов. А что-то дополнительного так, вроде ничего нету. F1 это что? А, рабочие единицы бездействующие. ТСМ готов! Что происходит? За дело? Пристройка завершена. Сэр, я вижу воздаятель. Он направляется к базе колонистов. А где база? Нексус. Нексус. А, вот туда. Зараза, у меня же ничего нет. СМ готов. Два медика, две пехоты. Я уже заждался. Так подожди, а что делать-то? Нексус, я сначала уничтожать не сказал. Кому навешать? Вооружен и опасен! Воздаятель направляется к базе колонистов. Пускай направляется, я чуть поделаю. Доктора вызывали? Так, зовут. СМ готов! А ну я что, пускай уничтожать уже неуязвимую. Бегом, марш! Высылайте подмогу! Приказы будут! СМ готов! Что происходит? Пристройка завершена. Еду! Недостаточно минералов. Ну да, конечно. Улучшение завершено. Кому навешать? ТСМ готов. ТСМ готов!
Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. ДСМ готов! Отряд протосов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Вооружен и опасен! ДСМ готов! Бегом, марш! Кому навешать? ДСМ готов! Спасибо, рейдеры. Мы полетели. Колонисты эвакуировали первые поселения, находящиеся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Превосходно! Неплохое задание было. Высылайте подмогу! Я уже заждался! Кого подлатать? ДСМ готов! Я не продержусь в одиночку! Есть работенка. Я уже заждался. Так, ну эскадру смерти это какое-то дополнительное выполнение. Не знаю, что за него дают. Улучшение завершено. Даешь разбой. Что стряслось? Выкладывай. Кому навешать? Протосы добрались до следующего поселения, сэр. ДСМ готов! А! Чего пугаешь? ДСМ готов! Даешь разбой! ДСМ готов! Задавим их интеллектом! Требуются дополнительные хранилища. Что происходит? Да, ДСМ готов!
дело. Датчики энергии зашкаливают. Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. Нексус уничтожен. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. Приказы будут? Я не продержусь в одиночку. Затарим их интеллектом. Высылайте подмогу. Я уже заждался. Внимание, обнаружена эскадрилья протосов. Она направляется к поселению колонистов. Отлично, еще один Нексус уничтожен. Не давайте им собрать силы. Еще бы! Колонисты успели уйти из поселения. Давно бы так! Вооружен я! Смерть на пороге! Давай, удиви меня! Так точно! Кто на новенького? А? Арсенал, космопорт. Я не продержусь в одиночку. Тритон. Брось дороги! Я не продержусь в одиночку. Задавим их интеллектом. Высылайте подмогу! Превосходно! Смерть на пороге! Все понятно. Щиты воздаятеля отключились. Пора нанести удар. Нечто, мама. Воздаятель переместил наш отряд в подпространство. Но это ненадолго. Скоро наши бойцы вернутся. Следующего поселения. Торопитесь. Все. Протосы отступают. Вы победили. Ты и правда талантливый командир, Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов
окажется не напрасной. Так, очки исследования зергов. И надо попробовать теперь с архива пройти другую миссию. Это самый важный вопрос. Чтобы побольше исследований заработать. И в итоге, когда все исследования будут, чтобы бабло было на улучшение пехоты, там и вот этой всей параши. Ну что ж, пора прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться, освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Кают-компания. 41 часов. Блин. Так, музон другой. Тайкус, наемники. Че это? Флаг колонии. Флаг колонии на Агрии и ныне суверенной планеты Гавань. Передан Джеймсу Рейнеру и рейдерам Рейнера. Благодарность за всемирную помощь в основании колонии. Интересно. Тайкус. Жаль, конечно, что малютка Хэнсон нас покинула. Она почти поддалась моему бунтарскому обаянию. А ты-то что, не думал свить с ней гнездышко? Мы это проходили, Тайкус. Я уже пытался начать нормальную жизнь. И не хочу пробовать снова. А, такие сорвиголовы, как мы с тобой, просто не созданы для тихой жизни. Судьба приготовила нам кое-что покруче. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Ну вот. Вот эти вот миссии какие-то я пропускаю. И идут дальше викинги. Кто там еще? Ладно, это все потом. Арсенал. Звон, что-то рассказать больше. А вот и викинг. И вот викинги, настоящие профессионалы. Ведь мало кто способен одинаково хорошо управлять летающими и наземными машинами. Трансформация викинга, боевое крещение для новобранцев. Наименее проворные из них погибают, зажатые между подвижными деталями. Пилоты, которые удалось пройти все обучение, настолько стремительны и смертоносны, что их имена известны и союзникам, и противникам по всему свету. Многие детали викингов взаимозаменяемы. Например, чтобы починить викинг, викингу ногу КСМ может отвратить ему руку. Интересно. Видал, какую махину отгрохали протосы? Чего я только в жизни не повидал. Но эти как что-нибудь выдумают, так хоть стой, хоть падай.
если бы только они эти махины использовали против зергов. Иначе получается, что мы деремся с протосами, вместо того, чтобы объединиться против Керриган. Слушай, ты все правильно сделал. Они сами нарвались. Друзья не позволяют друзьям истреблять безоружных, Джим. Я горжусь тобой. Техника. Появился Голиаф, Тагирё, флот, викинг появился. Стоит ли его улучшать, я даже не знаю. Наверное, пока не буду заморачиваться. Турель. Пока тоже не знаю, есть ли смысл с этой турелькой заморачиваться. Еще по кредитам у нас... 165, много. Но основное, что я хотел улучшить, огнеметчика не буду улучшать. Подкоплю тогда еще. Дают компания был. В лаборатории заглянем, сколько очков. Надо посмотреть. Так, поменялось тут что-то, нет в описании. Вроде то же самое. Так, здесь. Да, появилось 3 очка. И вот самое главное, сейчас я из архива миссию буду проходить, останутся ли эти 3 очка, если я другую сторону выберу. Вот это самое интересное. Поэтому закрыть. Значит, мостик. Тут никто ничего не говорит. Звездная карта. Сохранить. Архив. Шторм в гавани, хороший человек. Тихая гавань. Задание. Так вот, тихая гавань, это мы проходили, получается, этот, кто он? После зова джунглей, получается. И это мы выбрали сторону вот этого доктора. А шторм в гавани, это за протосов. И она не пройдена. Так что надо пройти. Новичок. Мы не раз рисковали жизнью ради этих ребят. Но сейчас мы можем сделать только одно. Спасти всех, кого можно, и убить остальных. Это трудное и страшное решение. Но если мы не зачистим зараженные поселения, то вся планета достанется зергам. Что ж, лучшее лечение – это прижигание. Правда, площадь великовата. Нам не хватит людей, чтобы всюду успеть. Свон уже позаботился об этом. Правда, Свон? Так точно. Пришлось задействовать кое-какие связи, чтобы раздобыть чертежи для этих игрушек. За тобой должок, ковбой. Не забывай, эти молодцы могут воевать и на земле, и в воздухе. Нужно только режим переключить. Викинги станут нашим козырем. Но похоже, что зараженные колонисты уже начали мутировать. А эти здания распространяют вирус. Пора за работу. Ну, посмотрим, в чем там разница будет. Шторм в гавани. Обнаружен очаг заражения. Сэр, это вирофаг. Он заражает здания и колонистов. Нужно уничтожить всех вирофагов. Чем их больше, тем быстрее будет распространяться инфекция. Сэр, вижу группу крупных летающих зергов. Судя по полученным ранее описаниям, они похожи на хозяев стаи. Очень опасны для наземных отрядов. Тогда ударим по ним с воздуха. Где там викинги? Кого, подлата? Всем внимание! Выходите с корабля только в скафандрах. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из нас подцепил вирус.
Эй, брат, морпехи тоже могут заразиться. На тебя приказ тоже распространяется. О, забыл. Ты же не можешь выбраться из своей скорлупки. Давай. Так, ну пока подраскачаться немножко. Что происходит? Ура! КСМ готов! Урочные! Так, а где улучшение у нас? Нету, надо строить. КСМ готов! Кого подлатать? КСМ готов! Пристройка завершена. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Интересно, какое дополнительное задание будет и что за него дают. СМ готов. Недостаточно минералов. СМ готов. СМ готов. Все раскачивается тогда. Хорошо, не ограничивают временем. Бегом, марш! Судя по всему, еще отсюда будут идти. Так что надо что-то построить. Например, бункер. Недостаточно минералов. Ага. Готов. Потому что снизу кажется он, если база там есть, мне будут идти. Пока здесь армия находится. СМ готов. Инженерный комплекс пехота. По-моему, он не будет так что надо построить. Вооружен и опасен. Уйди. Недостаточно минералов. КСМ готов. Вооружен и опасен. Приказы будут? СМ готов.
конечно. Кто на новенького? КСМ готов. Вызывали? В самый раз бункер поставил. Высылайте подмогу! КСМ готов! Есть? Эй! Вооружен и опасен! Зерги направляются к южному поселению. Так, и что? КСМ готов! Что стряслось? КСМ готов! Ура! Сверхурочные! Я уже заждался! КСМ готов! Что происходит? КСМ готов. Просто увеличивается количество. Отбой! Места мало! А? КСМ готов! За твой счет! Пристройка завершена. Высылайте подмогу! Улучшение завершено. Мы потеряли это поселение, сэр. Необходимо полностью уничтожить его, чтобы остановить распространение эпидемии. База атакована. Кому на ветер? Что происходит? Казарму. Есть. Будет сделано. Кто на новенького? Еду. Есть работёнка.
Доктора вызывали? Вооружен и опасен! Зададим им жару! Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Пристройка завершена. Даешь разбой. Задавим их интеллектом. Зададим им жару. Выполняю. Приказы будут? Давай, удиви. Сэр, еще одно поселение находится под угрозой заражения. Еще! Кому наверх? Я уже заждался! Задавим их интеллектом! Высылайте мешки для трупов. Чего пугаешь? Кому наверх? Даешь разбой! Вооружен и опасен! Больше не обнаружено биосигналов зергов. Чистая работа, сэр. А! Чего? Я не продержусь в одиночку. Зерги захватили второе поселение. Бегом! Еще бы! Кому наверх? Месторождение минералов выработано. Тревога. Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Так, в этом поселении чисто. Молодцы. Идем дальше. Так точно! Я так понял, викинги помирают. А, так это переключать можно. Интересно. Или это вкачано?
База атакована. Смерть на пороге! Высылайте подмогу! Сэр, Стэтман говорит, что доктор Хэнсон заперлась в лаборатории. Одна. Она в отчаянии. Боюсь представить себе, что у нее на уме. В этом поселении больше не осталось зергов. Так точно, сэр! Зерги атаковали еще одно поселение. Ой, удиви меня! Смерть на пороге! Даешь нам бой! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Я не продержусь в одиночку. Отлично, парни. Поселение зачищено. Нас тут выносят! Обнаружен биосигнал класса 5. Объект приближается к командному центру. Без вашей помощи мы бы погибли. Бегом! Давай, удиви меня! Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Что за спешка? Выполняю! Месторождение минералов выработано. Приказ получен! Все понятно!
Остаться здесь чисто. Так держать. Мы можем остановить эпидемию. Понятно. Смерть на пороге. Последнее осталось. Вроде проще миссия. Но то, что баба это типа расстроилась, там все дела. Операция закончена, сэр. Новых биосигналов зергов не обнаружено. Но у нас в лаборатории возникла проблема. Ну-ка, что там за проблема? И бабки, вот интересно, будут ли дополнительные вот эти вот. Сейчас посмотрим. Продолжить. А, это вот. Это мы в архиве, получается. Заражение, хороший человек. Интересно, это новый ролик какой-то. Ну-ка. Запустить ролик. Все входы. Походу в зерга баба превратилась. Радостью сделаешь это. Ты с радостью убьешь меня, как убил моих детей. Ты инфицирована. Ты уже мертва. Такие вот дела. Но это было в архиве. А что у нас, если закрыть, если посмотреть лабораторию? Так, вроде все спокойно. Что здесь? Очков не дают, видишь? Ну и как? Как делать? Очков Протоса, получается, не дают, если из архива проходить. А бабки? Бабки в арсенале посмотреть можно. Ну как было, так и осталось. Зачем тогда проходить? Просто вариант посмотреть. Ну ладно.
мостик. Звездная. Да, и остается вот это с поездами. Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Вот здесь, наверное, я остановлюсь на Трасонисе. Не думал, что когда-нибудь вернусь на это кладбище. Рассказывай, Мэтт. Доминионцы восстановили энергоснабжение на старой железной дороге. Они явно что-то ищут в развалинах. Все найденные на раскопках ресурсы и металлолом грузят в составы и отвозят на центральную перерабатывающую станцию. По нашим данным, сегодня туда должны доставить некую очень ценную находку. Она в одном из этих составов, но, к сожалению, поезда защищены от сканирования, поэтому не могу сказать, в каком именно. Придется перехватывать все, какие сможем, и надеяться на удачу. Надеяться на удачу? Это не похоже на старину Мэтта Хорнера. Если у вас есть более надежный план, я готов выслушать. Поздно, Мэтт. Я уже весь в предвкушении. Ну что, айда грабить поезда? Старина Тайкус будет на седьмом небе от счастья. Тут, как всегда, медиков строить. С пехотой по-любому поддерживать надо, чтобы эти аспиды не разорвали. Стрелять на ходу, что делает их незаменимыми при преследовании движущихся целей. А? Недостаточно минералов. Будет сделано! Сэр, я заметил в холмах несколько машин Конфедерации. Похоже, солдаты Доминиона еще не прибрали их к рукам. Да это же аспид! Я думал, их разработку свернули. На них должны стоять электромагнитные пушки. Они любой поезд разнесут. Загружу их чертежи в базу данных арсенала. Осмотрите окрестности, сэр. Там могут быть и другие машины. Так, ну тут я и остановлюсь, наверное.